Всем привет! Давайте сегодня приготовим салат из капусты, апельсина и граната. Для этого возьмем краснокочанную капусту и мелко нарежем. Выложим капусту в чашу. Возьмем обычную капусту, мелко нарежем. Добавим в чашу, все тщательно перемешаем. Для того, чтобы у нас размякла капуста, добавим соли и помнем руками. Добавим в чашу рукколу, возьмем апельсин, крупно нарежем, добавим в чашу. Добавим оливкового либо подсолнечного масла, добавим соли, по вкусу добавим перца. Все перемешаем, выложим в салатник, возьмем гранат, очистим, в салат сверху добавим гранат. Салат готов. Салат прекрасно сочетается с мясом, вкус у салата необычный, очень интересный. Кому понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Рецепты на Выбор. Делитесь с друзьями в социальных сетях. Всем до новых встреч!